Первое. Закон о внесении изменения в основной закон, называемый о децентрализации. Так? Первое, на что я хотел бы обратить внимание. Сейчас в основном-то разговоры вокруг этого 18 пункта. Но сам по себе текст изменений в Конституцию относительно децентрализации тоже заслуживает очень пристального внимания. То есть, если его голосовать с точки зрения того, чтобы пошел процесс так называемой децентрализации, то надо, наверное, понимать, а что же там в этих изменениях обеспечит эту децентрализацию, и с чем ее, как говорится, к чему она ведет. Это децентрализация в контексте изменений в Конституцию. Ну, во-первых, необходимо, наверное, обратить внимание на то, что целый ряд уже таких стандартных, стабильных положений Конституции, которые действовали все это время, вот уже почти 20 лет, они кардинальным образом меняются, изменяются. Ну, например, тоже административно-территориальное устройство. Если у нас сейчас перечень 10 областей, там сказано, есть значит, громады, районы и регионы. Области стают регионами вместе с АРК. Вот с чем его едят, опять же, не совсем понятно, потому что... Даже ну, вот, вам непонятно? Да, потому что, вы понимаете, в тексте изменения, а объяснения нет. Я-то могу догадываться, потому что... Поскольку речь идет о том, что мы приводим наше местное самоуправление к требованию Европейской хартии местного самоуправления, а там о регионах идет речь, а потом, по большому счету, в Европе речь идет как раз о регионах, развитии регионов, то область превращается в регионы, скажем. Я уже не буду говорить об АРК, скажем там. Области превращаются в регионы. Но... Там ведь нюанс такой, что в Европе огромное внимание уделяют развитию именно регионов. Туда выделяется масса различных средств на развитие тех либо иных, скажем, аспектов местного самоуправления на уровне региона. И вот у нас пока все это так. Заменили, а дальше это надо будет комментарий, наверное, к Конституции, понимать, что... меняется от изменения названия области на регион. То есть пока меняем только термин? Пока меняем термин. Но меня абсолютно не устраивает, вот, казалось бы, странная вещь. Я член этой комиссии конституционной, да? Я ведь об этом говорил там, но ведь никто там, те, кто писали, кому особое доверие, рабочая группа так называемая, вот они не... там согласовали, какой текст должен быть. И вот что они говорили, там и я, и целый ряд других наших коллег, членов Конституционной комиссии, что вот такие-то вещи надо подрихтовать, такие вообще неприемлемы. Ничего это не принимается. Послушали мимо ушей, пропустили, и все-таки пошел текст. Вот, например, есть у нас теперь административное устройство состоит из громад, районов, и регионов. Я это уже сказал. Что такое громада? Громада – это территория. Вся Украина теперь будет разбита на громады. У нас государство громад. То есть теперь у нас вот эти громады, которые сейчас как укрупнение, вы знаете, идет процесс, 159 уже укрупненных есть, так? А их у нас сейчас больше 12 тысяч. Это местные советы, это как раз по местам, где вот эти территориальные громады, которые имеют органы самоуправления. Вот теперь их укрупнять будут, и теперь их количество пока неизвестно, какое будет. Но это территория. А ведь есть понятие в Конституции «территориальная громада». Здесь вносят изменения. Вдруг появляется «территориальная громада», понятие, но говорится – это мешканцы, это жители на этой территории. Но, понимаете, территориальная громада, мало того, что это мешканцы, это мешканцы на территории, которые должны иметь возможность удовлетворять потребности людей, живущих на этой территории.
И вот нынешнее понятие, что такое местное самоуправление? Это право людей, которые проживают на определенных территориях, населенных пунктах, село, там, значит, города и так далее, которые имеют возможности, так называемые возможности, которые обеспечиваются, это все там финансовые ресурсы, материальные ресурсы и так далее, для обеспечения интересов людей, проживающих на этой территории. Это выкидывается 140-й статьи, это понятие местного самоуправления. И громада, вот как территория, ну это просто населенный пункт, территория, без людей. Вот это громада. А, то есть теперь мы получим, что громада – это территория без людей? Без людей. Но получается, у громады есть органы самоуправления. Ну подождите, когда громада, в нашем понимании, и, кстати, вы знаете, сколько лет у нас тут нас учили, нам рассказывали, в Польше гмина – это территория вместе с людьми на ней проживающими. У них так гмина. Ну, хотя бы так. Нам сколько говорили, мы опыт перенимаем польский, но в этом смысле взяли и это отбросили. Я почему на этом так акцентирую внимание? Потому что, когда речь идет о децентрализации, то как раз вот эта громада, территориальная громада, люди, живущие на конкретной территории, должны получить что-то от этой децентрализации. А что? Ну, вы слышите, наверное, Гройсман говорит, он у нас ведь великий специалист по местному самоуправлению, так он был мэром. Винницы. Винницы, он знает, как это все и как сама жизнь организовывается на территории местного самоуправления, громады. Главное – это финансовые и материальные ресурсы, и что, мол, сейчас их больше будет. Ну, будет, не будет, мы видим, что перебои уже сейчас есть, даже в момент, когда уже вроде бы процесс децентрализации этот начался. Имеется в виду, что уже напрямую будут бюджетные ресурсы уходить в громады. Там налоги конкретные, которые не будут идти в центр, а потом распределяться, прямо в громадах будут. Так вот я к тому, что вот этот разнобой между понятием громады как территории, понятие территориальной громады, органы самоуправления, то ли территориальной громады, то ли территории. Это вот момент такой вот очень важный, он с точки зрения чистоты и как конституционных положений, я считаю, неприемлем с точки зрения формулировок этих.